Татьяна Кабаева всю жизнь проработала на шоколадной фабрике. На пенсии была вынуждена уйти по инвалидности, но не замкнулась в себе. Наоборот, стала вести активный образ жизни. Сегодня она, как и десятки других пожилых людей, гость Самарского дворца ветеранов. Конечно, важно для нас вот это прийти сюда, пообщаться. Мы уже теперь нигде не общаемся, нигде нас нет, а здесь нас приветствуют всегда. Всегда мы очень рады, нас здесь хорошо встречают. И мы рады здесь побывать, поприсутствовать, встретиться со своими знакомыми. Для людей, которых не сломали жизненные обстоятельства и проблемы со здоровьем, в Самарском дворце ветеранов прошел праздничный концерт. Выступали лучшие коллективы областного центра. Для нас очень важно, чтобы в этот день вот эти люди получили заряд бодрости, заряд хорошего настроения. Замечательный концерт в исполнении лучших творческих коллективов нашего города. Конечно, подарки создали праздничное настроение нашим гостям и дали понять, что они важны. Они нужны, и общество наше, город, делает все возможное, чтобы сделать жизнь людей, особенных людей, более насыщенной, яркой и позитивной. В преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, в областном центре проходит череда праздничных и просветительских мероприятий. Одной из площадок для таких встреч стал Самарский дворец ветеранов. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.